Всем привет, друзья! К чему снится полиция? Полиция из сна намекает на необходимость соблюдения закона. Противоправные действия с вашей стороны могут разжечь конфликт, который поставит крест на вашей свободе и репутации. Также вероятна ситуация, в которой вас заставят взять на себя вину за несовершенное преступление, подделать документы или уволиться по собственному желанию. Будьте осторожнее во время общения с начальником или лицами, которые представляют органы власти. Они могут сделать вас пешкой в своих грязных играх. Находится на допросе у полиции, ваш бизнес может прийти в упадок из-за недоразумений с партнерами. Они ищут вас из-за того, что вы что-то похитили, будьте готовы к периоду огорчений и разочарований, вас будут преследовать неприятности как в работе, так и в личной жизни. Если во сне вас преследует полиция, наяву вы допустите какую-то ошибку, поведите себя некорректно, от чего вас будут терзать угрызения совести. Если во сне полиция пытается арестовать вас по подозрению в преступлении, в котором вы не повинны, значит, вы удачно обойдете соперника. Если вас арестуют обоснованно, значит, вы вступите в тяжелую пору жизни, чреватую всевозможными происшествиями. Видеть во сне, что полиция освобождает вас условно, означает тревожную неустойчивость в ваших делах. Друзья, спасибо за просмотр. Не забудьте посетить наш сайт sk1.online, где вы сможете найти более подробную интерпретацию всех снов и многое другое. Ссылка на сайт будет находиться в описании видео.